Здравствуйте, уважаемые друзья, вновь мы в Омске на G-Drive-арене. Закончились соревнования, спортивная часть Евгения Кап 2024. Мы продолжаем нашу программу. Сейчас на ваших глазах блистательная, двукратная, абсолютная олимпийская чемпионка Евгения Канаева. И мы начинаем наше гала-шоу, посвященная энергиям, под названием «Синергия». С вами по-прежнему двукратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Емин Гарибов. И блистательный Дмитрий Губерниев и Яна Батыршина. Калининграда до Камчатки в прямом эфире Матч ТВ лицезрело наши прекрасные соревнования. Огромное спасибо судейскому корпусу, участникам, зрителям, тренерам, всем исключением, нашим комментаторам. И Яна Батыршина прекрасно работала. И Евгения Канаева тоже комментировала. И Мин Гарибов, как здорово, чемпион Европы по спортивной гимнастике, освоил еще гимнастику художественную. И вот мы подошли к квинтэссенции нашего праздника в честь Евгении Канаевой и ее турнира. Хотелось бы отметить еще одного комментатора, Ирина Зиновка, и, конечно же, неподражаемый Дима Губерниев, мой самый лучший и любимый соведущий. Яна Батыршина. Итак, друзья, хочется спросить, давай мы спросим, собственно, готов ли Омск смотреть наше блестящее гала-шоу. Итак, Омск, вы готовы? Спасибо, отменяется наше гала-шоу, вы не готовы. Но мы дадим еще один шанс вам, дорогие лучшие в мире зрители. Омск, G-Drive-арена, вы готовы? По-моему, да. Теперь все состоится. Это прекрасно. Ну а сейчас немного о нашем шоу. Оно называется «Синергия». И это название не случайно. Именно гармоничное сочетание всех энергий создает превосходный эффект, дающий человеку возможность гармонично созидать, существовать и развиваться. В общем, друзья, нет, весь я не умру, душа в подлунном мире, мой прах переживет и тень убежит, и славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один гимнаст. Поехали! Итак, мы начинаем. Приятного просмотра! Благодарим еще раз Дмитрия Губерниева, блистательную Яну Батыршину, и мы начинаем наше гала-шоу, дорогие друзья. Энергия – это сила, дающая возможность человеку существовать, развиваться. Энергии при взаимодействии усиливают свойства друг друга, создавая превосходный эффект. И первый номер – это энергия космоса, возникновение Вселенной, зарождение различных энергий. На сцене артист Ильдар Гайнутдинов, приглашенный солист Большого театра России, ведущий солист театра танца Алла Дюховой «Тодос», неоднократный победитель международных танцевальных проектов и конкурсов.
сейчас зарождение энергии огня. Подвижная, побуждающая к различным действиям, активная и трансформирующаяся, способная прорывать и уничтожать все старое. На ковре сборная команда России по эстетической гимнастике, команда «Экспрессия». Абсолютные чемпионы мира 23-го года, многократные обладатели Кубков мира, чемпионы Европы, чемпионы России. Тренер Екатерина Дементьева, Фаиля Сибгатуллина. Спортивная школа Олимпийского резерва по художественной гимнастике. С новой силой. Блестящее выступление сборной команды России по эстетической гимнастике, команды «Экспрессии» и спортивной школы Олимпийского резерва по художественной гимнастике. Ну и после зарождения огня, после зарождения всего нового, образовывается энергия воды. На ваших экранах Анастасия Бурдина, воздушная гимнастка, финалистка шоу «Без страховки» на Первом канале, мастер спорта международного класса по художественной гимнастике. В самом спорте 16 лет и 7 лет уже выступает в цирке.
Энергия воды обладает магической силой. Эту энергию действительно можно почувствовать. Заполнили каплями воды. Весь огонь потушили. И развивается эта буря. Спортивная школа Олимпийского резерва. Экспрессия. Оркестра. Сыпались капли воды, идет дождь, и оживает вся природа. И появляется энергия воздуха, светлая, прозрачная, творческая. Взмывая ввысь воздушные гимнастки в студии воздушной гимнастики Art of Fly. Руководители Алена и Александр Ячменевы. Коллектив неоднократно становился лауреатами.
международных всероссийских фестивалей циркового искусства. Появляется блистательная Ульяна Янус, мастер спорта международного класса, многократная победительница всероссийских и международных соревнований. Чугунихина Диана, мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата России 2023 года в упражнении с лентой. И также сейчас спортивная школа Олимпийского резерва Надежды. Серебряные призеры. Соревнования «Надежды России» 2023 года в упражнении с пятью обручами. Земли. Первозданная сила жизни, душевная свобода,
танцевальная студия Team Spirit принимает участие руководители Жусупов Карин, лауреаты международных фестивалей, победители и призеры танцевальных чемпионатов. Цвела природа, и появляется у нас энергия дома. Нежная, душевная история. Культура Омского края. Мария Борисова была мастер спорта международного класса, член сборной. Серебряный призер чемпионата России 23-го года. Чемпионка Гран-при Небесная Грация 24-го. Многократный призер и победитель международных соревнований. Алина Речкина, член национальной команды Республики Беларусь. Призер международных и республиканских соревнований. Ну и Анжелика Воронцова, солистка Большого и Михайловского театров, заслуженная артистка России. До 11 лет занималась художественной гимнастикой, стала кандидатом в мастера спорта, но потом любовью стал балет.
таинственная и сказочная царевна Лебедь. Появляется у нас энергия любви, эмоциональная, головокружительная. На ковре дуэт Ильдар Гайнутдинов и Анастасия Бурдина. Ну и энергия света. Солнце как основной источник вообще энергии. На ковре вновь Мария Борисова. Студия воздушной гимнастики «Артон Флай», Алена Ячменева.
сцене «Альтернатива». Ансамбль современного танца, лауреаты и многократные обладатели гран-при международных и всероссийских конкурсов. Лауреаты первой степени Кубка губернатора Омской области среди молодежи 24 года. Руководитель ансамбля, хореограф-постановщик Смирнова Екатерина. Алена Ячменева. Энергия света переходит в энергию мечты. Заветные желания, предмет фантазии. Бабочки как символ желаний, легкости и грации, приносящие удачу и радость. Ну и на ковре уникальные воспитанницы школы художественной гимнастики Дрозд Хибины. Самые маленькие участницы гала-шоу «Евгения Кап 2024».
рождается энергия веры, душа, милосердие. Она как живая душа народной песни, как река, текущая по бескрайним просторам России, как вечерние перезвоны колоколов. На сцене академический хор Омского государственного университета имени Достоевского «Неохорус». Руководитель Ирина Михальцова. Семиренко, мастер спорта международного класса, четырехкратная чемпионка юниорского чемпионата мира, четырехкратная чемпионка Европы. И появляется энергия времени, вечность, бесконечность, преломление энергии в течение времени. Да, жизнь не стоит на месте, она несется с огромной скоростью. Мелькают огни ночного мегаполиса. Время не остановить. Все это блистательно показывает школа-студия Аллы Духовой «Тодос Омск». Ведущий педагог студии «Тодос», руководитель-хореограф Игорь Соляник и педагог-хореограф Софья Кузнецова. We'll be right back.
никуда без энергии и труда. Процесс преодоления себя. И самая настоящая гимнастическая тренировка. Воспитанница спортивной школы Олимпийского резерва по художественной гимнастике. Же наши гимнастки. Перфидьева Алина, мастер спорта международного класса, член сборной команды России, чемпионка Кубка России 23-го года, бронзовый призер чемпионата России 24, Баранова Варвара, бронзовый призер чемпионата России 24 в командном зачете, и Ульяна Янус. И теперь энергия открытий. Таинственная, уверенная. Сильная энергия. Спортивной школы Олимпийского резерва «Сибирский нефтяник», многократные чемпионы мира и Европы. Также ребята из областной спортивной школы. We'll be right back.
мы переходим к энергии будущего. Вдохновляющая, загадочная, светлая и манящая. Выходит на ковер энергия победы. Смелая, дерзкая, бесстрашная и уверенная. Команда «Экспрессия». Чугунихина. Кто, кроме как не они, могут показать действительную энергию победы? Борисова. Гордость нашего российского спорта, великие чемпионы, россыпь медалей, конечно же, радости побед. Сборная команда Москвы. Арина Янковская, Кира Яблочникова, Владислава Шаронова. Еще увидим. Яблочникова,
Слава Шаронова. Карина Киреева. Чумакова. Ну и блистательная Алина Протасова. Синергия энергии. При взаимодействии все энергии усиливают свойства друг друга и появляется что-то уникальное. Они перетекают одна в другую, создавая нечто прекрасное, совершенно и новое. Эльдар Гайнутдинов на сцене. Когда энергии сливаются, появляется что-то уникальное. И это та самая уникальная, дорогие друзья, единственная в истории двукратная абсолютная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева. Мы с вами увидели потрясающее гала-шоу. И это был просто праздник какой-то. Спасибо вам за лучшие наградные поздравления. И, конечно же, «Виват Новый» — это то, как она сегодня объединила с праздником молодости, спорта, красоты. Наша любимица, красота на все времена и суперчемпионка Евгения Канаева. Гимнасток, тебя поблагодарить за этот праздник, за праздник красоты, спорта, грации. Просто нет слов, как
спасибо тебе огромное. Для нас это большая честь находиться рядом с тобой, быть причастной к такому большому событию. И самое главное, дорогие мои коллеги, дорогие зрители, самое главное, за что мы говорим спасибо всем организаторам и Жене, это счастливые глаза наших детей. Да. А это значит, что Омская область, Россия будут и есть. Браво! И помните, спасибо, дорогие мои, наши спортсмены всех победят! Ура! Да. До встречи в следующем году на 4-м международном турнире Евгения Кап. Спасибо, Омск! Спасибо огромное! Женя, спасибо! Спасибо! И мы тоже говорим спасибо, дорогие друзья. Было очень приятно наблюдать за этой красотой. Огромное спасибо режиссеру-постановщику этого шоу Ирине Зиновке, спасибо, творческой группы, группе всей. Спасибо, спасибо, спасибо. Мы все одна большая команда. Спасибо. Да, безусловно, создателю Евгения Кап, Евгении Канаевой, нашим блистательным ведущим Яне Батыршиной и Дмитрию Губерневу. С вами был Эмин Гарибов. Спасибо, что были с нами. Всего доброго, счастливо и пока.